Всем привет! Сегодня мы расскажем о готовящемся обновлении для танков и старте закрытого альфа-теста кораблей. Готовы? Тогда в бой! В танках в декабре выйдет обновление 8.10. Самое вкусное в нем — это японские танки. Новая и не самая обычная нация в игре. Подробнее о ней вы можете узнать из Wargaming News. Кликайте по ссылке. Помимо этого, в 8.10 будут переработаны карты Эль-Халуф, Степи, Карелия и некоторые другие. Также появится одна новая карта и несколько интересных фишек, о которых вы узнаете позднее. В декабре мы порадуем и пилотов. Выйдет первое обновление World of Warplanes. В игре появятся новые карты и поднимутся в небо легендарные Фокке-Вульфы. Стартовал закрытый альфа-тест World of Warships. Разработчики занимаются отладкой игровой механики, исправляют ошибки и собирают отзывы пользователей. К сожалению, попасть на тестирование получится далеко не у всех. Но если вам интересен проект и вы хотите знать, как он развивается, приглашаем почитать блог World of Warships. Он действительно классный. В самолетах продолжается гонка за 10-м уровнем. Пусть главные призы уже завоеваны, но все еще можно добыть оставшиеся награды. Именно для этого мы и проводим акцию «Последний шанс». Все самолеты будут зарабатывать больше опыта и серебра. Надеемся, что это поможет вам добраться до заветного 10-го уровня. В танках все еще идет марафон 113. Самые мощные китайские танки можно приобрести дешевле, а серебра заработать на них больше. Торопитесь, акция продлится до конца месяца. Мы продолжаем наполнять жизнь танкистов радостью. Скоро в России и Беларуси в продаже появятся геймерские мышки от SteelSeries. Узнать их сможет любой игрок World of Tanks. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, отсылайте видео друзьям и ждем ваши отзывы в комментариях. Ну и на этом уже точно все. Всем спасибо, всем пока!